Всем привет! Вы на канале интернет-магазина mountainrock.ru. И сегодня у нас обзор небольшой сидушечки от фирмы Trump, модель TRM-013. Сидушка самонадувающаяся, поставляется вот в таком вот чехле. Цвет имеет камуфляж. Размер, значит, у нас в сложном виде длина 130 сантиметров, толщина 5,5 сантиметров. Чехол у нас водонепроницаемый. Сидушечка в сложном виде выглядит так. Имеет один клапан. Поставляется в комплекте с двумя резинками. И сейчас мы их снимаем и открываем клапан. Распрямляем сидушку. Сразу слышим, что пошел набор воздуха. Оставляем ее и смотрим. Первый раз, когда сидушка надувается, я ее уже раскатал несколько раз. Она достаточно быстро сейчас надуется. Первый раз, когда вы сидушку только купили и собираетесь надувать, ее нужно оставить на 15-20 минут. Ну, открыть клапан, развернуть и оставить в таком положении минут на 15-20. Она надуется за это время, вы ее свернете, опять оставите, и в дальнейшем сидушка будет надуваться вот буквально там за 2-3 минуты. То есть вот сейчас уже она надулась. То есть как это проверять? На плоскую поверхность кладете и немножко нажимаете. Слышите, что звук начинает выходить, значит, сидушка надулась. Все, клапан закрываем. Вот такая вот у нас получается сидушка. Вот так она продавливается. Но если вы на нее сядете, то она, соответственно, не продавливается, потому что площадь большая. Внутри у нас вспененный пенополиуретан. Сидушка имеет очень хорошую теплоизоляцию. Легкая, компактная. Сидеть на ней очень удобно. Всем спасибо за внимание. Ждем вас с покупками на нашем канале. Ссылочка на сидушку будет в описании. До скорых встреч. Пока.